Всем привет, вы на канале Диманди, и вы помните, я летом запускал челлендж набрать 10 килограммов за 3 месяца. Сейчас посмотрим, получилось ли это у меня или нет. Тогда я весил 70 килограммов, и теперь мой вес почти 81. Да. И недавно я наткнулся на канал Рич Пиано, владельца бренда 5%, спортивное питание 5%, и бодибилдер очень известный, к сожалению, он умер 2 года назад. Это я узнал недавно, только вот, наверное, в октябре 2019 года. Я смотрел у него шоу, не шоу, а, как сказать, ладно, пусть будет шоу. Больше с каждым днем. У него там было более 100 серий. Вот. Очень интересно было их смотреть, и он за 3 месяца набрал порядка 20 килограммов. Но он спокойно говорил, что он это делает не в натуральную, колет себе препараты. Вот я, конечно же, буду делать все это в натуральную. И первый раз в жизни я вот в октябре начал пить БЦА, потому что я выиграл в конкурсе в Инстаграме 3 банки таких. Вот. За лето я набрал 10 килограммов без спортивного питания, без протеина, без всего на еде. Вот. Если вам будет интересно, напишите в комментариях, я сниму отдельный видеоролик, как я питался, и свою программу тренировок вам сниму. И сейчас октябрь, и до декабря, до своего дня рождения, я хочу набрать чистых 5 килограммов. 5-10 килограммов. Но более реалистично, я думаю, будет набрать 5. Вот. Ну и дальше буду сегодня вам снимать. В этих видео я буду снимать, как я питаюсь, как я тренируюсь, что я делаю. Иногда, чаще всего тренировки будут у меня проходить дома, потом я покажу вам, что у меня там стоит, потому что нет у меня сейчас времени ездить в тренажерный зал. Ну и летом, все лето почти, я качался дома. Не почти, а все лето я качался дома. И дома набрал эти 10 килограммов. Вот. Ну, смотрите видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал.